Здорово! Ну что, продолжать проходить Обителя Зла. Четвертого. Господи, я уже столько игр прошел, а на Обителя Зла просто хер сбиваю все. И ничего не поделать. Так, там уже патроны у нас на дробаш. Так, надо вспомнить управление все. Так, арбалет, кстати, очень говняцкая штука. Пушки-хренушки. Мне вообще не нравится этот арбалет. Пушки и игрушки рифмуют не зря, чур. Привет. Так, я его прокачал, да? Чем я могу тебе помочь? Ага. У тебя есть купон? Славно. Выбери оружие, чужак, и я сотворю с ним чудо. Иди в жопу. Как хочешь, чужак. Так, ну что, погнали нам. Нам посыл приказ в логике Седлера. Создайте впереди полосу обороны, чтобы ни один чужак не прошел. Я готов идти на любые жертвы во имя нашей праведной веры. Мои верные сторонники, постройте для меня неприступную крепость. Пусть все безбожники, опрометчиво ступившие на нашу землю, заплатят кровь за свои грехи. Кровь за свои грехи, все, да? Окей, погнали. Впереди у нас алмаз. У нас гости. Идем дальше. Не шуми. Ясно. Ладно. Я Ладно. Постараюсь. Хорошо. Ах ты. Не засек, надо. Чего ты кряхтишь? А. Ну тут хочется, не хочется, а придется. Идем на пролом. Ты сука. Ёба. Бля. Но я-то чё? Ты ж сама видишь, что происходит.
Мне кажется, чем больше у меня патронов, тем больше мне приходится в них все это вкачивать. Ну, вливать, в смысле. Опять капканы. Все, все, можно уходить. Идите нахуй. Слышь, вот ты, чаша. Чаша, чаша. Ни хера себе, что-то у нас есть. Так, создать. Давай новости создадим. Так. А может вот стандартно, блядь, побыстрее ходить? Черепаха такая. Цветовая. Тут тихо. Сейчас будет громко, ты подожди. Так. Наверху, да? Да. Что-то мне кажется очень тихо в игре.
нам не сюда. А, нет, нам как раз-то и сюда. Так, создать. Окей. Создать. Давай еще. На УЗИ. Заперто. Нихуя ты прикольно. Ёбаный ты в рот. Нет. Да блядь. Да ебать же, блядь!
Да, я правильно спросил. Да идите нахуй. Началось, да? Да блять, да что за невезение такое? Ты цела? Да, в норме. Я тоже, кстати, спасибо. Они вот просто ниоткуда, блядь, появляются. Это пиздец какой-то. Уже лестницу успели поставить. И здесь двери выбили. Просто я поражаюсь тому, какие они, блядь, оперативные. Прям быстро, блядь. Все, здесь, да, нету больше ничего. Оба я патрон там пустил. Где? А вот. Ты цела? Удержать. Да, все в порядке. Вроде бы. Ты молодчина. Умеешь сбегать от стрёмных мужиков. Что, там пенечка? Это у тебя комплименты такие? Да. Комплименты. Берем эту хрень, эту. Мне нет этих мешочков сразу. Ладно, идем. Идем. Чего такое? Чего, блядь? На. Леон. Вызывай кого-нибудь. Звони в полицию, там, не знаю. Следует. Очистить.
А, это типа сейчас здесь? Вагонеток здесь не будет? Будет сразу с ним бой? Эшли, беги! Нет! Живо! Беги! Отсюда не сбежать! Не паникуй! Беги! Ой, беги, беги! Сюда! А, всё, да? Нет! Он типа с собой покончил и с ней, говорит, нахуй, заебали. То есть в этом периоде я ничего собрать не могу, да? Просто мне бежать. Очень интересно. Интересно, да. Блять. Вот говна. Пропусти сцену, это уже не было. Побежали. Не тупи. Не паникуй. Бля, иди ты нахуй. Ёбаво. Вот тут-то, блядь, надо было чуть пробежать. Пендалей, въеби. Что ж такое? Всё. Так, беги. Да, ёбаво. Вот у них лица и то, мне кажется, более живее, чем у Леона. И у этой девахи. Пемос. Ля Пемос, говорит. Слушай, он ищет тебя. Если снова его встретим, беги. А как же ты? Сделаю, что должен. А я-то думал босс, но нет, не босс, нихера. Так, что мы создаем? Создаем ничего. Давай, ладно, сделаем. А вон там он сейчас валяется себе просто вот так вот. Скотобойня. Ну сейчас, только по идее, будет с ним босс. Товары. А, точнее, с ним битва. Привет. Итак, чем я могу тебе помочь? Что у тебя какая-то хуйня там? Слушай. Обменять, да? Понимаешь, а не чё все можно купить за деньги. Что-то не помню, чего хотел купить. Ладно, вот это мы продаем, да. Подожди, а ключ старой часовни мне нужен? Ну ладно. Нет, все. Он тоже закончился. Да. А зачем привет? Заткнись, нахуй. Что могу предложить? Продать. Так, ключ вот этот. Вот это. Вот это. Драгоценности чаша. Не пригодятся тебе в гробу. Иди в жопу. Да все, наверное. Спасибо. Так, улучшить. Ножи чинить мы не будем. У тебя есть купон?
Славно. Выбери оружие. Держи. Все, как ты хотел. Арбалет. Хорошее оружие компенсирует недостаток навыков, друг. Друг, мы начинаем разбираться в твоих вкусах. Твою... Это очень тонкая работа, чужа. Доброго пути. Лапу пососи, блин. Так, 6 патронов. Так. Дай мне эту аптечку, конечно, сейчас поедем. Все, сохраняемся. И идем валить урода. Страшно. Не ссы. Иди, я справлюсь сейчас сам. На. Откажись от бесплодной борьбы. Доверь свое тело воле нашего Бога. Херовый ты проповедник, если честно. О, великий владыка, дай мне силы сокрушить твоих недругов. Твою ж мать! Эшли, беги! Поняла! Останови меня! Боже! Благодарю тебя за твой дар! Жил уродом. Уродом и сдохнешь. Так, у меня там глазик какой-то. Ты тоже из этих тварей. Трампа. Так, сейчас побегаем, пособираем и все. Погоди. Говори, блять, просто оборжаться, блять, можно. Серьезно, огонь? Ебать, а что ты такой злой-то?
как от этого уворачиваться, блядь? У меня же нету переката. Типа вот так вот бегать. А ты сидишь на. Серьезно? Леон! Леон, ты где? Леоня, уходи! Передай привет твоему богу. Так. А тут никакие предметы нет. Эй, ты идешь? Да подожди, иду, иду. Леон! Да иду, я иду. Леон, скорей! А спасибо. Он, конечно, дамажит много, но при этом он не такой живучий, как раньше. Пожар привлечет их внимание. Надо уходить. Леон, скажи, что я не стану такой, как они. Я этого не допущу. Клянусь. Не, могу это сказать, но... Ты неправда, ты же понимаешь. Ладно. Так, и все, замок. Да, тут видно, что они срезали. Потому что раньше, когда там надо было, до того, как бьёшься с этим, была еще развилка и великан что был происходит? В одной из развилок большой. Да и во второй, ну, там вроде бы тоже было развилки. Великан. По крайней мере, теперь нас не догонят. Идем. Вот там можно было туда-сюда вот так вот сбегать потом. Все? На этом вся глава. Дальше. Вы еще тут? Хуёло. Вообще-то я хотел домой, но Эшли решила осмотреть замок. Супер, у меня для вас подарок. Лекарство, чтобы слегка отсрочить неизбежное. Где ты? Итак, приходите во внутренний двор замка. Буду ждать там. Чао. Хуяо. Так, Эшли. Луи сказал, что... Я поняла. Лучше не задерживаться. Здесь так много ходов на первый взгляд.
меня есть новинки, чужак. Тебе понравится. Думаешь? Сейчас так много пистолетов на рынке, что выбор подходящий. Стабильный противник, так, каратель, да, великолепный стабильный так действие, может снять, лазим, все, что вообще, так, ред. А чё ты мне, ну, я в курсе этого всего, зачем ты мне об этом сообщаешь сейчас? Когда об этом давно надо было сообщать. А, и глаз, и куда? А, просто продать, если раньше он был как вещь, которая открывает нам двери. Типа, то есть теперь это нихуя вообще. Типа, блядь. Просто говно какое-то. Так. Патроны там как раз нужны. Привет. Есть кое-что новое, чужак. Чернохвост. Тебе важнее деньги или жизнь? Кат, это что у нас? Выбор прост. О, клиническая скорострельная винтовка. Мертвая бабочка. Револьвер, да? Так, ну-ка улучшить смотрим. А. Один из 40, да? Славно. Выбери оружие. А чужак, тут у нас 1,40. У меня все товары высшего качества, уверяю тебя. Блять. Смотри, можем карателя сейчас продать. Нам все равно, рубины или рванина. Разница лишь в цене, которую мы назначаем. Да. Да и Ред тоже, думаю, может тоже его продать. Он в хранилище. Нахуй он усрался? Зачем мне вот это вот лишнее здесь оружие, этот геморрой? Беспонтовый вообще. Продаем, да? Куплю по высокой цене. А, это Blacktail, который. Все, что есть перед тобой. Изумительный пистолет, чужак. Есть лучшее, но этот станет тебе надежным другом. Да хватит пиздеть, давай. Итак, чем я так. Доброго... А, я не могу их соединить, да? Как привет. Интересно. У тебя есть купон? Вот что ты выбрал. О, ты ценитель. Боеприпас, перезарядка. О, друг, что может быть приятнее, чем переделать оружие под себя? Я бы эту хуйню продал. Я могу ее вообще продать? А, подожди, у меня здесь еще вот. Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Спасибо. Арбалет я могу продать. Вообще, как по мне, никчемная вещь. Нам все равно, рубины или рванина. Разница лишь в цене, которую мы назначаем. Чем еще могу услужить? Так. А это что? Попробуй-ка новое оружие, да. Чужак. Вдруг оно спасет тебе жизнь. 3.20. Хорошее оружие компенсирует недостаток навыков, друг. Где навык? А, готов купить почти все. Где этот сраный прицел? Он ведь не лазерный прицел. Страж 9. А, я могу в этот отдать. Так, тебя вот продаем. С
Славная сделка. Нет места. Все, что есть, ты только это. Ну вот же есть место, что ты мне врешь-то. Нагло врет. Там не убейся. Привет. Что могу так, предложить? Купить. Друг, эта пушка разрывает головы, как тыквы. Возьми, доброго пути. Угу. Теперь давай посмотрим. Я могу к ней прицел? Да. Могу с ней связать этот прицел. Так. Еще у нас хранилище. Так, сейчас. А зачем? Положить. И к нему на лазер. Подожди, я хочу его взять и посмотреть, сколько он вообще это. Сила у него. Наверное, смотреть, да, надо? Господи. Осмотреть. 1.10? Серьезно? 1.10? Ай, ты, блядь. Привет. Я продаю 5.40. Нравится, короче, нам. Ага. Много отличных товаров, Новые литуры, как прикольно. Но пока будем с этим лазить. Ну ладно, друг. Привет. Так, короче, мы, значит, продаем, знаешь что? Ред продадим. Спасибо. Так. Ну, можешь арбалет продать. Хотя, типа, из контента. Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. В принципе, можно продать, нахуй не сразу. Что, это все? Так, улучшить. У тебя есть купон? Держи. Все, как ты хотел. Это очень тонкая работа, чужак. Малым можно достичь многого. Вот увидишь. Да я как бы не сомневаюсь. Если хочешь остаться в живых, улучшай свое снаряжение. Итак, чем я могу тебе помочь? Так, ну вот... Ай, блядь, нахуй я улучшал набор револьвера. У меня все товары высшего качества, уверяю тебя. Мы держали это для подходящего клиента. Да кто бы сомневался, слушай. Обменять, ну что у тебя можно менять? Что-что? Как нам удалось добыть все это? В замке этого клоуна полно безделушек. Он же обойдется без них, правда? О, я знал, что ты это выберешь. Создать. Так. Давай вот так вот. Не, ну арбалеты я реально думаю, лучше его стоит убрать. Иди в любое время. Да
Да или продать все это оружие? Нахуй оно вообще усралось, вот просто, да? Типа, по идее, оно же нахер мне не надо. Что могу предложить? Я им даже пользоваться не буду. Арбалет, вот иди нахуй, нам, да? Все равно, рубины или рванина, так, разница лишь в цене, нравится, которую мы назначаем. Страж тоже хуйня. Но это тоже, блядь, в итоге станет хуйней. Стрелы нам может свои забрать, блядь, ебучие. Свои мины, блядь. На свой лазерный прицел. Так, а что мне из этого использовать? А, вот эти, да, наверное, используются. Чужак! О, я щедро заплачу тебе за это. Да, давай мне вот это. Ты умеешь выбирать, но оружие — это не только стрельба, это еще и перезарядка. Ты поймешь, о чем я. Так. У тебя есть купон? Славно. Выбери оружие, чужак, и я сотворю с ним чудо. Хер его знает. Что, это все? Будет ли здесь другое оружие, или его не будет? Если хочешь остаться в живых, улучшай свое снаряжение. Вот это так, чужак. Так, ну снайперки другой вроде как не будет. Да? Ты только там не убейся. Так. Ну все, ножи запасные есть, если что. Пока это чинить не буду. Да. А, на кейсе у меня что там? Ага, 3 висит. Травки только не висит. Давай на 5. Тебя на 6. А тебя на 7. Вот. Все. Ну, все, на этом все. Так что давай. Счастливо. Глава-то закончилась.